друзья, ну что, сегодня очередной раз мы с вами едем в магазин «Светофор». Это Ростовская область, город Каменск-Шахтинский. Как меня один подписчик сказал, что вот сюда надо ставить ударение. Но это не важно. Сегодня будем смотреть, какие новинки, цены и товары в магазине «Светофор». И, как всегда, в конце видео я жду ваши комментарии. Погода сегодня отличная, 30 градусов. Посмотрите, какое красивое небо. Так что идем в «Светофор». Магазин находится улица Народная, дом 7. И работает с 9 до 9. О! Как всегда, полная мусорка. Итак, друзья, привезли эмаль глянцевую. Цвет зеленый, серый, коричневый, 310 рублей. ПФ 115, 1,9 килограмм. В таких вот банках. А это у нас грунт эмаль. 1 килограмм, 180 рублей. Черный цвет, темно-коричневый, серый. Коврик новинка. Коврик преддверный, 60 на 90. Значит, на ТПР основе. Вот такая основа. Но он очень мягкий. Слушай, нам может фанни купить на сиденье? Ну, его только обрезать. Обрезать, да. 257 рублей. Недорогой. У нас просто кошка в машине. У нас седан. И кошка в машине на задней полке всегда ездит. Куда мы едем в отпуск, она с нами. И чтобы она шерстью сильно не забивала, мы коврик покупаем, стелим. Но тот коврик у нас испортился, придется новый покупать. Может быть, вот. Он мягкий очень, да, кстати, можно будет удобно вырезать. Туалетная бумага трехслойная, 8 рулонов, 100% целлюлоза, 105 рублей. А это средство для мытья стекол, зеркал, хрома и кафеля в объеме 1 литр, стоит 65,90 с распылителем. А это чистящее средство Пемоксоль, 600 грамм, стоит 38,80. Так, универсален в использовании, быстро воздействует даже на самые жирные пятна, эффективен на самых стойких загрязнений. Сода-эффект обеспечивает прекрасный результат. А это чистящий порошок с кислородным отбеливателем Санфор. Объем 500 грамм, стоит 43,80. Новинка. Вот такая огромная бутыль. Здесь 1 литр 300 миллилитров, стоит 75,50, и это жидкое крем-мыло. Очень большой объем, оно достаточно густое. Сейчас я хочу понюхать, приятно пахнет это или нет. Вот я понюхала, запах здесь напрочь отсутствует, да? Ничего нет, какая-то легкая химия вообще, как будто какой-то, не знаю, даже не могу передать, какой-то типа порошок. Нет запаха ни фруктового, ни цветочного, никакого. Поэтому я бы его не купила. Друзья, еще раз хочу сказать, что я в магазине не хаю товар. Я говорю свое мнение. Вот вы, например, идете в магазин, вы же можете сказать, нравится вам этот товар или нет. Я говорю свое мнение. Поэтому не надо акцентировать на этом внимание. Может, кому-то нравится. Но это мое личное мнение. Губка со стальной нитью стоит 178,50. Недешево, да? 178 рублей. Вот такая она плотная, но и дорогая. Кружка для чая, объем 350 миллилитров, с декором, стоит 73 рубля. Вот такая кружка. Такой рисунок есть, есть цветочки.
А вот чайник электрический. Мы себе хотели чайник купить на дачу, но мне еще Дима говорил, что в светофоре есть дешевые бюджетные чайники. Но мы все-таки поехали в МВидео, так как у нас там были баллы. Но там таких цен не было. Там от 900, да, чайники. Чайничек 1,8 литра. Новинка, мясорубка, функция реверс, 2000 ватт мощность, 2515 рублей. Такая мясорубка. Тарелки подорожали. Вот такая обычная тарелка, фарфор с рисунком 20 сантиметров, стоит 85,80. Лампада стеклянная, 54 рубля, 11 сантиметров. Цвет зеленый, желтый, синий. А, вот еще есть фиолетовая и красная. Какую? Какую? Не знаю, фиолетовую, наверное. Набор столовых приборов, ложка, нож, ложка столовая, ложка чайная по 400 штуки, здесь 16 штук, стоит 435 рублей. Обратите внимание, цвет серый. Мне кто-то из подписчиков писал, что есть другие цвета. У нас нет в магазине. Все в коробках только серого цвета. Рюкзак. Цены нет. Черный цвет и серый. Он большой, вместительный. Ну да, глубокий, да? Большой. О, карманов много, так что. Только нет ценника. Жаровня летая с антипригарным покрытием, с крышкой 28 сантиметров, 4,4 литра. Большая. 1314 рублей. И сковорода ВОК с алюминиевым антипригарным покрытием 28 сантиметров, 1123. Большая, глубокая. Но она не легкая, да? Ну так, относительно. Еще у нас новинка. Привезли кастрюли. Летая кастрюля с антипригарным покрытием 26 сантиметров. С крышкой она на 5 литров. Большая кастрюля, глубокая. 1478 рублей. Решетка гриль для мангала. Стоит 256 рублей. Но мне такая решетка не нравится. Нет бортиков, да? То есть, ну смотрите, как она сделана. Обычная решетка. Поэтому она и дешевая. С бортиками она, конечно, довольно-таки дороже стоит. Рублей 600-700. Музыкальная азбука. Вот здесь регулировка громкости. Найди букву, найди слово. У нас когда-то такая была, помнишь? Да. Кстати, дети очень довольны. Им нравилось. Стоит 189 рублей. Размер 55 на 41 сантиметр. Новинка. Коврик для ванны, противоскользящий на присосках. Такой коврик стоит 136 рублей, размер 66 на 36. Что он, хлюпенький? Ну, такой он очень, да, такой прям... Ну, это если совсем ребенок маленький, то еще он поможет. А если взрослый, то он, мне кажется, очень тонкий. Очень тонкий. Полотенце вафельное, набор 3 штуки, стоит 161 рубль, размер 45 на 60, можно выбрать любую расцветку. А за 342 рубля можно купить женский сарафан, размеры здесь от 50 до 60, они без застежек, без пуговиц, просто сарафан. Расцветки разные можно выбрать. И вот такой еще есть. Вот такой сарафанчик, смотрите. С карманом. Но это очень большой. Это 60, наверное, 2 или 64, мне так кажется. Кетчуп Астория 330 грамм стоит 50 рублей. Вот есть кетчуп такой в наличии. 52 рубля стоит соус Кухмастер.
барбекю, но сказали, что он очень вредный, но он вкусный. Я его пробовала, была у нас дегустация. И без ценника привезли Астория сырный соус 20% жирности. Кальмары тушка стоят 199 рублей. Неочищенные, замороженные. А сейчас заходим в отдел мяса, колбасы, сыр, молочка. Посмотрим, что же у нас за новинка. Вижу грибы, шампиньоны свежие, 134 рубля. Ну, не очень крупные грибы, выбрать можно. Неплохие. Грибов много. Помидоры кубанские, 59 рублей. Это сливка. Но они, знаете, такое ощущение, что им еще надо немного дозреть. Но помидоры крупные. Такая вот крупная сливка. 59 рублей. Ящиков много привезли. Перец. Перец, конечно, шикарный. Новый урожай 99 рублей. Посмотрите, какой перец. Шикарный, мясистый, крупный. Смотрите, какой перец. Вот у меня в руке. Обалденный. У нас на рынке 70 рублей перец. Здесь 90. 100 рублей стоит майонез семейный «Слобода». Здесь у нас 800 миллилитров. Из мяса свинина на кости, туши, полутуши, разруб, охлажденный, 199 рублей. Но здесь мяса немного, но оно, видно, свежее. Свежее мясо, хорошее. Так, далее у нас цыпленок табака в маринаде, 199 рублей. Он идет в вакууме. Вот так вот в вакууме. Ну, конечно, я бы не купила. Лучше самим мариновать. Шея свиная 339 рублей. Тоже в вакууме. Куски довольно-таки большие. Вот такой кусок большой. Крыло индейки 169. Уже... А, вот, 169. Крыло индейки. Тоже неплохое, свежее. Заморозка. Печень 145 рублей. Куриная. Она уже фасованная, 145 рублей. Тушка куриная, потрошенная, 129 рублей. Куры, короче, огромные, очень, ну и жирные. Смотрите, сколько жира. О, жирные куры, да, хорошие. Неплохие. Кстати, многие подписчики мне пишут, что готовят бульон и говорят, неплохой. Далее, окорочок куриный 169 рублей. Окорочка очень большие. Стейк свиной 229 рублей. Тоже можно выбрать. Это колбаса докторская, высокий стандарт, 156 рублей, первый сорт. Два ценника. Смотрите, 156 и 141. Вот такая вот колбаска. Атяшево. Это сосиски баварские, категория А. Стоят они 169 и 153. Большая упаковочка. Царицынский мясокомбинат. Колбаса рубленная 350 грамм, категория Б, стоит 82, ценник красный 74. Черкизовский мясокомбинат. Вот так выглядит эта колбаска. Много тоже очень привезли. Колбаса с натуральным копчением. А, колбаса натурального копчения 500 грамм, Останкинский мясокомбинат. Значит, 292, красный 264, коровина. Многие подписчики мне писали, что коровина колбаса неплохая. Можно кушать. Сегодня очень, кстати, много ценников. Желтый и красный рядом висят. Яйцо куриное, категория С2, 30 штук, 169 рублей.
белые есть яйца. Масло Матвейка 188 рублей, 400 грамм, жирность 80. Кто-то мне из подписчиков тоже писал, что масло это не очень хорошего качества. Я не пробовала. Творожная масса с изюмом. Люблю молоко. 5% жирности. Полкилограмма стоит 71,90. С изюмом здесь творожная масса. Привезли сырки глазированные. Молочное королевство. 5 штук, 200 грамм, 71 рубль. Ванильный. Молочное королевство. Сырки. Йогурт Эрмик 2,5 жирности, 110 грамм, стоит 20 рублей. Вот был разный, здесь идет абрикос и клубничка одна осталась. А вот там есть клубника еще. Йогурт Альпенленд 7,5 жирности, 95 грамм, стоит 17 рублей. Папа с мамой покупают колбасу. Ребенок подошел, говорит, это Г. Папа говорит, выйди отсюда. Сыр царский, 45% жирности, 380 грамм, 246 рублей. Большой кусок достаточно. Плавленый сыр Президент, 280 грамм, 36% жирности, стоит 136 рублей. Президент классический плавленый сливочный сыр. Полка для обуви 5 ярусов с металлической вешалкой. Размер 60, 173, 26. Стоит 1051 рубль. Вот так выглядит эта полка. Очень компактная, небольшая коробка. Корм для кошек. Лапка с индейкой в соусе. 85 грамм, стоит 13,70. Такие пакетики. Также корм для кошек Лайк. Гурман. Говядина и сердце. 78,80. Вот в таких больших банках. Но, друзья, мне несколько подписчиков написали по поводу корма для кошек. Покупают здесь корм для кошек, и у кошек рвота и, так скажу, расстройство. И у меня на даче была кошка, я то же самое купила, думаю, попробую. То же самое было и у моей кошки, поэтому я не знаю. Мне кажется, что он здесь очень бюджетный и не очень хорошего качества. А это яблоки. Яблоки 54 рубля, сезонное, весовое. Зеленые яблочки. Пахнут очень хорошо. Много яблок. Арбуз волгоградский. Пусто, нет. Арбуз очень хорошо разбирают. 19,90. Ну, конечно, по 19 рублей грех не купить. У нас они на рынке 40 рублей. Конфеты полкилограмма, стоит 176 рублей. Нежная соленая карамель, обсыпка из отборных орехов, хрустящая вафля. Изделие кондитерское в наборе. Сладкий бокс, 70 грамм, 123 рубля. Сладкий бокс. Печенье сахарное Любятово 280 грамм, стоит 40 рублей 90 копеек. Ароматный миндаль. Крекер Яшкино классический, стоит 61,10. Угу. Сколько тут по весу? 350 грамм. Яшкино Чокопай. 6 штук, 180 грамм, начинка из маршмеллоу. Вот.
стоит 61,10. Печенье зоологическое, 94 рубля, 1 килограмм. Кстати, тетушка его покупала, сказала, очень-очень вкусное. А это брецель или брецель с солью. 70 рублей 10 копеек, полкилограмма. Печенье топленое молоко, 1 килограмм, 101 рубль. Ты печенье хочешь? Нет. Ты уже конфеты купил, печенье купил. Кто-то будет есть, кто-то облизываться. Рис воздушный. Стоит 45 рублей. Здесь 5 штук. Перец черный горошек целый. 50 грамм. 31,30. Панировочные сухари. Объем 400 грамм. 29,20. Большая упаковка. Много, 400 грамм. Лапша быстрого приготовления. Здесь у нас 136 грамм. Китай. Стоит 55,50. Печенье, набор с творогом в сахарной глазури. Мне кажется, это как пряники. 158 рублей. Мягкие. Как прянички, да, написано печенье. Лапша «Вкусная пауза» «Биг ланч» со вкусом курицы. Стоит 18 рублей 40 копеек. А это оладьи панкейк с творожной начинкой. Первый раз такое встречаю. Ой, какие они нежные. С творожным вкусом, с абрикосовым джемом. А, с творожным вкусом, с абрикосовым джемом. Обалдеть. А значит, здесь у нас... сколько вес нет, не указан. А стоит 172 рубля. Полкилограмма. А, полкилограмма, да. Вот, полкилограмма. С абрикосовым джемом, с творожным вкусом. Финики сушеные, 1 килограмм стоит 113 рублей. Кстати, и тетушка моя покупала, и подписчики делились со мной, что финики очень хорошие. Да, хорошие, очень сладкие, вкусные. Курага, значит, здесь полкилограмма стоит 108 рублей. Курага тоже хорошая, чистая вся. Семечки обжаренные, солнечный урожай, полкилограмма, стоит 59,90. Ой, большие упаковки. Горбуша камчатская, палочки, 150 грамм, стоит 114,90. Паста шоколадно-ореховая, 350 грамм, 132 рубля. Такая баночка. Паста из отборного фундука. Ну, мягкая баночка прям такая. Ну что, мы вышли из магазина, как всегда, чокаемся мороженым. Это вологодское мороженое. Сколько стоит? 53 рубля. Очень вкусное. Мы любим, всегда покупаем. Так что, друзья, вот такой обзор сегодня был. Хочу в конце видео вас попросить подписаться на Telegram, Рутуб и Дзен. Так как сейчас проблемы с Ютубом, скорость замедлили, и смотреть его можно только с VPN. Поэтому подписывайтесь, все видео на этих соцсетях. Они выходят каждый день, и ссылки я оставлю вам под видео и закреплю в комментарии. Всем пока-пока!